Симбулька. Симба. Что, говоруша моя? Солнечные ванны ты, что ли, принимаешь на окошечке? Причем вот любят они этот угол. И Нюшка любит этот угол. И Симбулька. А у Луняшки с той стороны справа она любит лежать. Да, моя, да, Симбулечка. Мне тоже, скажи, очень окошечко нравится, да? Очень нравится окошечко. Ты мой котенок. Умница моя. Так, да. Все время что-то мне она отвечает. Такая она сообразительная оказалась. Сегодня утром себе колбаски немножко отрезала на бутербродик и дала ей попробовать. Ей на удивление понравилась колбаса, вкусная, докторская. Я, значит, ее убрала в холодильник. Она доела свои маленькие кусочки. Посмотрела так на меня, подходит к холодильнику и давай кричать. Она поняла, что я ее туда убрала. Этот волшебный шкаф может угостить ее колбаской. И стояла, пищала, пока я не достала снова колбаску, еще кусочек ей не отрезала. Это ж надо же. Ты что ли мегамозг, Симбулька? Да, скажи, я такая. Я прям даже не ожидала, что она вот эту вот причинно-следственную связь установит. Что откуда достается и куда убирается потом. И где вкусно.